Всем привет, доброго утра, ночи, дня. Хотелось бы представить вам небольшой, маленький лайт-пакет для трансляции, в который включает в себя всего лишь заставочный титр, итоги матча, скорборд, ну и в принципе все. Здесь можно вам показать просто, да, вот с правой стороны, как это все выглядит. То есть здесь есть скорборд, здесь есть матч-титр, есть титр итоги матча и начало матча. Заполняется все, в принципе, очень просто, стандартно, через Excel-таблицу, просто в DTS забиты как бы команды, вот здесь выбираются логотипы. Так, вот, можно поменять тут тогда, в принципе, ну, надо поставить ту, которая есть. Хотя, почему нет, пускай будет это. Здесь выберем тоже соответствующее название. Вот, вернуться. Так, и работает это все весьма просто. Делаем ресет, который обнулит полностью счет, и можно запускать первый тайм. Конечно, люди позабивают голы, ведь команды играют. То есть мы идем нажатие гол, получаем голы, далее заканчиваем, время закончилось, за временем следят статисты. Команда у нас уходит на перерыв. Мы делаем просто перерыв, заявочный титр перерыва. Перерыв закончился. Мы опять запускаем второй тайм. Все достаточно примитивно и стандартно. Ну вот тоже пускай команда позабивает голы. Ну и закончим матч. Ну, матч закончен. Теперь сделаем просто, опять же, тот же самый титр итоговый. Итоги матча, как сыграли команды. В принципе, вот весь, что включает в себя лайт-пакетик. То есть самый упрощенный вариант. В общем-то, в принципе, почему здесь вообще красного цвета и зеленого клавиши запуска? Задача стояла сделать две трансляции через экстернал, просто правого и левого поля. Соответственно, графика должна быть тоже у правого и левого поля. В общем-то, в экстернале вы можете назначить любой input. Вопрос только в том, что на этот input оверлеи не будут работать. Соответственно, не будет работать анимация. Вот. Будут работать только слои. Можно, конечно, выйти из положения путем микса, сделать там уход, фейт или мерч, но это совершенно не то. Поэтому было назначено как бы превью и output, которые могут именно работать с анимацией, оверлеями. Поэтому здесь выделено просто зеленым цветом, а здесь красным. Поэтому для первого и второго поля было выбрано первый и второй оверлей, ну и третий, четвертый, соответственно, как бы. Все, матчи запустились на разных полях, то есть разные команды, они играют. Тут можно позабивать голы тоже. Можно так делать. Можно голы через клавишу гол. Потом также у них конец первого тайма. Все, также у нас два разных титра. И также вот мы запускаем, здесь, допустим, люди уже начали, здесь еще никого нету, но также это все работает на два разных импута. Так, ну что еще, пускай позабивает у нас немножко. Так, для пущей атаки. И остается только вывести итоги матча. Вот таким образом у нас оптимизирована UTS, работа с графикой на два импута. Простейшая графика. Хотя, в принципе, можно нагрузить и другую. Вопрос только в том, что снижение как бы более сложное. А тут, в принципе, почему еще input и output, превью и output? Потому что можно, в принципе, с другой стороны, еще и нагружать эти все выходы различными импутами. То есть можно хоть так
3 камеры, 4, 5. То есть вопрос только в ваших возможностях. Как вы это сможете реализовать? Ну, в принципе, вот и все, что хотелось бы показать.